Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор потрясающей новинки из каталога номер 14, это тени и румяна, и это удивительный набор, который мы с вами можем комбинировать. Я давно мечтала именно о такой возможности, чтобы выбирать цвета теней и румян, те, которые мне нравятся, а не те, которые... Да, укладывают уже заранее в палеточки. И сейчас у нас с вами будет феноменальная возможность посмотреть некоторые оттенки вблизи, чтобы определиться, что же мы будем заказывать. Ну что, готовы? Поехали! Всего оттенков будет 13. 8 блестящих и 5 матовых. Очень крутые цвета. Но у нас представлено только 8. Давайте их внимательно рассмотрим. Первый оттенок золотистый песочный, 33675 код. Вот так он выглядит. Обратите внимание, что на бумаге он не такой яркий, не такой сочный. Я его пробую. О, это чистое золото. Как раз такой цвет мне и нужен был. Следующий оттенок – это сливовый тауп. Вот так он выглядит. Код его 33680. И мы сейчас попробуем, как он будет лежать. Ой, вы знаете, это очень красивый цвет, такой глубокий. Ну, просто необыкновенный. Вот действительно, мне такие цвета и нравятся. Я бы хотела иметь в этом сезоне такие новые оттенки. Далее у нас есть белый перламутр. Вот такие вот красивые белые. Ну, белый он всегда актуален. Ого! Ну, это просто прям один перламутр, действительно. Следующий оттенок розовое золото. Вот это меня тоже интересовал цвет. Я бы хотела еще, конечно, жемчужный розовый посмотреть. О, какой нежный цвет! Красивый, золото с розовым, такое необычное сочетание. Следующий оттенок нежная сирень. Он, кстати, очень похож с картинкой. Так, уже все пальцы я перепробовала, будем пробовать на мизинце. Ну вот, кто любит сиреневые оттенки, конечно, он хорош, но это не для меня. Я редко пользуюсь сиреневым, это исключительно, если у меня прям вот что-то прям вот под одежду. Следующий оттенок насыщенный медный, код 33681. О, слушайте, ну это просто осень, богатая, красивая, классная цвет. Так, мне нужно очистить руку, чтобы было видно хорошо. И у нас осталось еще два оттенка. Это темный кофейный цвет. Мы с вами его посмотрим. Код 33684. Это матовый цвет. Очень круто. На самом деле, мне в последнее время очень нравятся матовые тени. И я ими предпочитаю пользоваться. И у нас есть угольно-черный 33685. Вот мы их сейчас рядышком посмотрим. О, ну это действительно просто уголь-уголь. Черный-черный. И я заметила, какое качество теней. Буквально одно прикосновение... И они уже набираются на кожу очень легко. Я думаю, что они будут великолепно лежать на глазах. И, конечно же, я себе наполню большую палеточку. И вам сейчас покажу еще румяна. Это румяна Refill. Сейчас, секундочку, передвигаю каталог. У меня есть два оттенка, розовый и персиковый. Хотелось бы, конечно, еще посмотреть терракотовый цвет. Ой, я вся в черных тенях, какие они насыщенные. Так, и есть у меня двое румян. Это оттенок розовый и персиковый. Обратите внимание, что это не простые румяна, это румяна Refill. Кстати, покрытие можно наслаивать для усиления интенсивности. Это румяна пестрый с многоцветным мраморным эффектом. И шелковистая бархатная текстура помогает равномерно распределять цвет. Обратите внимание, на предложение на странице 125 можно получить магнитную палеточку в подарок. Итак, пробуем румяна Refill. О, какой нежный розовый цвет с таким блеском. И вторые румяна – это персиковый оттенок. Тоже насыщенный такой коралловый-персиковый цвет. Конечно, розовый – это шикарный цвет для лета, под загар. Конечно, жалко, что его не было летом. Давайте посмотрим, какие условия нужно выполнить, чтобы получить палеточку в подарок.
Читаем. При заказе на 249 рублей у нас идет малая палетка в подарок, а при заказе на 690 рублей большая. Так что выбирайте, как, на какую сумму вы будете себе делать заказ со страниц 126 и 127. Потому что, ну, это, конечно, отличный выбор сделать эту палеточку, получить в подарок. Я не знаю, как вы, но меня эта коллекция вдохновила. И я уже выбрала оттенки, которые я себе закажу, чтобы получить в подарок палеточку магнитную. И сразу в нее все уложу и начну пользоваться. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и первыми смотреть наши новые ролики. Ставьте лайк, пишите в комментариях вопросы, отзывы. Я вам буду очень-очень благодарна. Пока-пока!